Так, изготовленный наконечник кабаньего копья и поток на отыгную сторону древка. Значит, изготовлено из трубы дюймовой методом ковки. Пережимал. Все это дело дальше, значит, обработка, воронение. Ну и, соответственно, вот отверстие под крепежный штифт. Далее само копье изготовлено из стали У8А. Вот, сам наконечник. Ну и, соответственно, тулья изготовлен тоже из стали 20. Приваренные такие вот крылья или стопоры. Далее. Ну, наконечник закален зонно. Длина 256 мм. При ширине у основания идет 54 мм, толщина 10. Исходится 5, соответственно, мм толщина. Имеется, значит, вот такое клеймо. Пломби. Как-то так. Ну и так попросили такое схематичное отравление сделать.